Картины Исаака Левитана найдены. Сотрудниками Главного управления уголовного розыска России при взаимодействии с ФСБ России задержаны мужчины, подозреваемые сразу в нескольких преступлениях. По мнению правоохранителей, на счету банды разбойное нападение на банк и на перевозчиков денежных средств, а также кража 5 картин Левитана. Последнее преступление было совершено в Плесе в августе 2014 года. Одно полотно полицейские обнаружили в Московской области по месту нахождения бандитов. Остальные в одной из квартир Нижнего Новгорода. Отметим, что общая стоимость похищенных работ Исаака Левитана составляет порядка 77 миллионов рублей. По завершении следственных действий картины вернут в музей. При проведении обыска по месту временного проживания задержанных было обнаружено и изъято наркотическое вещество кокаин общей массой более 1 килограмма, а также одна из картин, похищенных из музея Левитана в Ивановской области. В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками МВД России в Нижнем Новгороде были обнаружены остальные 4 похищенные картины художника. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников и выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.